Поддержка очень замечательная, очень помощь в этом огромная. Помощь в виде продуктового набора. По поручению губернатора Андрея Воробьева на время вынужденных каникул родители учеников, которые питаются в школе бесплатно, получат школьные обеды на дом. В наборе крупы, масло, соки, выпечка, фрукты, чай, молоко и сладости. В нашем лицее 261 ребенок является, ну, так называемым льготником. Отработали график посещение родителей для того, чтобы не было вот единовременного такого наплыва. Детям, конечно, ничего не выдаем, только родителям, законным представителям. Вот, работаем. Родители могут забрать продуктовый набор в своей школе по приглашению классного руководителя. Всего данный вид поддержки в городском округе Солнечногорск получат 3304 школьника. Юлия Унрау, Олег Макаров, Петр Васильев. Наше время.